Так, то, что сьогодні про ситуації, да, я от хотів спросити, то, що произошло в п'ятницю на Шустері. Можемо подивитися, скажіть мені, будь ласка, фрагмент. Давайте глянемо, пригадаємо, як Бутусов напав на Нестора Шуфрича під час живого ефіру. Увага на екран. Причем, я в замедленном сидел, там такая пощечина типа была. Я только не могла зрозуміти, чому аплодують люди в цю секунду, коли Бутусов напав. По команде поаплодировали, это ярно. Смотрите, знаете, что я, вот это свобода слова. Или нет? Потому что, ну, Бутусов называется журналистом. Савик Шустер у нас, Нестор Иванович Шуфрич у нас возглавляет комитет по свободе слова. Причем Шуфрич ничего такого крамольного не говорил, просто говорил, что в Украине надо свыкнуться с тем, что в Украине говорят и на венгерском, на русском, на украинском, как-то так. Дорогие друзья, на самом деле Бутусов — это провокатор. Если вы помните, он провоцировал, у меня была с ним такая же ситуация. Кстати, это была программа «Народ против», да, на Украине-24. Он точно так же провоцировал меня на конфликт. Мы вышли за эти трибуны. Ударить он меня не смог, но на следующий день написал заявление в милицию, и я ходил на допросы в Главное следственное управление МВД. А что вам предъявлял? На Богомольца. Нападение на журналиста, угроза жизни, я мешал его журналистской деятельности, хотя в студии он находился как эксперт. Прыгал-то он на вас вроде. Да, но тем не менее заявление написал на меня он тоже. То есть это провокатор, который на самом деле Цензорнет связывает с Турчиновым. Поэтому наличие в студии Порошенко, против которого Нестор подавал несколько заявлений по госизмене, и вы слышали, да, реплики Порошенко, ну как бы были предсказуемы. Единственное, что не было предсказуемо, и непонятно, да, это почему не сработали, ну, обычные протоколы. Максим, вы ведущий, вы знаете, что когда идет ток-шоу, вокруг вас, да, находятся 4 представителя охраны. В случае, если происходит конфликт, они обязаны по протоколу, ну, да, вмешиваться. А представьте, если в студии находится президент, там, народные депутаты, министры. А если Порошенко побили на Савике, допустим? Порошенко там, вы видали вообще, ногами там размахивал? Рэмбо. Знаете, тут эти гении, да, в том числе Медведчук говорит, почему ты не защитил Шуфрича? Я смеюсь, друзья мои. Ну, я с Нестором дружу давно, у нас товарищеские отношения. Нестор спортсмен, имеет черный пояс, по-моему, по карате. И за кого надо было переживать, но у меня сомнений нет. За кого надо было болеть, каждый выберите сами, вы понимаете, за кого болел я. И помогать Бутусову, ну, мне как-то, который затеял эту драку, спровоцировал, напал на Шустера, ну, совершенно не... Ну, вот вы все-таки сохранили, наверное, в себе интеллигенту, да? Максим, я, во-первых, считаю, что это не форма. Вот смотрите, то, что люди видят в здании Верховной Рады и в эфирах, это скоро будет на улице. То есть вот эта провокация, невмешательство охраны, отсутствие реакции правоохранительных органов у меня до сих пор вызывают, ну, на самом деле, больше вопросов, чем ответов. В прямом эфире, да, всем было очевидно, что на народного депутата, главу парламентского комитета, напал не сильно здоровый человек. Я, мне все время, когда он топит за войну, да, я все время хотел узнать, а он на этой войне хоть один день был? Оказывается, он вылез когда-то во время Майдана на самосвал, и в него попали камнем почему-то правоохранителю. Вы знаете, у нас же все правоохранители камнями вооружены. Да. Вот. Он был, там, получил черепно-мозговую травму, негоден к военной службе, но очень агрессивен. И то, что он является провокатором, и я не понял, почему ведущий его не удалил после первых оскорблений, тоже для меня вызывает много вопросов, но, наверное, неэтично их обсуждать. Поэтому, когда дерутся двое, третий обычно не вмешивается. Нестор сильный, и спасать надо было Бутусова. Помогать Бутусову я по понятным соображениям не буду, а делать так, чтобы потом интерпретировано было, что два
бывших регионала били патриота, тоже как-то было глупо. Тем более огромное количество людей и без меня их разнимали. А можливо, це така собі певна спроба легалізувати от такі дії. Про що я говорю? Зараз дійсно на вулицях і так часто ви бачите, нападають і на журналістів певні радикальні групування, так, які вважають, що журналісти там проросійські, або в них інша думка, або що. І зараз ми бачимо це в телеефірах. Тобто це така собі легалізація от нападів на тих, хто думає інакше, на тих, хто говорить інші там, не знаю, не наративи, а як це, меседжі по поверненню Донбасу, Ангеліна, по поверненню то, Криму, ви про говорите, зв'язках з Росією. Це предтеча гражданської війни. Іменно так формуються умови для її виникнення. Я дуже сподіваюся, що цьому буде дана надлежаща правова оцінка. Я дуже сподіваюся, що в телеефірах українських телеканалов подобное поведение будет невозможным. Я очень надеюсь, что журналистское сообщество больше никогда не пригласит неадекватного человека с подобным поведением в публичную плоскость, понимая, насколько это может дестабилизировать общую ситуацию в Украине, чем непременно воспользуются все наши геополитические оппоненты.